Выбрать объекты благоустройства 2025 года первоуральцы смогут уже совсем скоро, с 15 по 17 марта, в пунктах голосования на выборах президента России. Обновление территории запланировано в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году для участия в рейтинговом голосовании жители Свердловской области поддержали 168 общественных территорий. 55 из них могут быть благоустроены уже в 2025 году. Сделать свой выбор свердловчане смогут уже с 15 по 17 марта. Очень важно в это время проявить свою активную позицию. Ведь именно от самих жителей зависит, что у них появится. Набережная, парк, сквер, детская или спортивная площадки. Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры благоустройства. Они расскажут о всероссийском голосовании и продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте. Напомним, президент России в послании Федеральному собранию предложил продлить всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях до 2030 года. На поддержку регионов, где обновляют набережные, парки, скверы и исторические центры, планируется дополнительно выделить 360 миллиардов рублей. Адреса пунктов голосования можно узнать на сайте nacionalnyeproyekty.rf в разделе «Благоустройство».